Два вопроса в повестке заседания Думы касались отмены грантов одаренным детям и лучшим педагогическим работникам. Ранее этот вопрос народные избранники уже обсуждали на комитетах. Отмена такой формы поощрения связана с изменениями в федеральном законодательстве. Эти расходные обязательства не относятся к полномочиям органов местного самоуправления. При этом город не отказывается от работы с одаренными детьми. Эти же средства, эквивалентные выплате грантов, они предусмотрены в бюджете 2019 года на те мероприятия, которые мы можем расходовать, это на проведение мероприятий в области дополнительного образования. Детей, которые проявили себя в области образования, культуры и спорта, будут поощрять ценными подарками. Отменены гранты и для педагогов. Однако эти деньги останутся в бюджете и пойдут на проведение конкурсов педагогического мастерства. Победители этих конкурсов получат ценные подарки, либо возможность повышения своей профессиональной квалификации по их выбору в течение 2019 года, после того, как будут написаны положения проведения этих конкурсов и проведены сами конкурсы. Екатерина Опенова, Константин Островский, Александр Мальков, служба новостей Саров, 24.